Привет-привет. Я снимала на шорт, на вертикаль, но так мне тут нравится. Хочу поделиться красотой кошарицы. Может, даже аиста потом увидим. Он там внизу, в долине. А мы вот, опять не знаю этого слова, вот скажется. Короче, на окончание кошарицы, на границе с полями. И вот этот человек тут живет, но не в этом доме, он там дальше. А здесь должен жить наш соотечественник канадский. Но он приедет попозже. Он работает у моего мужа там. Ну вот так, причем мы все делали независимо. Никто не знал, кто что делает в Болгарии. И только попозже мы узнали, что у наших друзей и работников есть тут дома. Но мы в свете власти, а ребята в кошарице. Вот так, сейчас мы проверим, все ли там в порядке. Дом недавно построен, в прошлом году. За интересные деньги, то есть все возможно. Не за страшное, то, что есть недвижимость и продается. Ну вот как-то так. Я имею в виду в агентствах недвижимости иногда очень завышенные цены на все, начиная от квартиры, заканчивая домами. И на деревенские дома завышены. А главная тема агентства недвижимости, чтобы вы никогда не встретились с продавцом. У продавцов тоже могут быть проблемы в виде пяти братьев и куча наследников, они не могут сложить цены, поэтому по 10 лет продаются дома заброшенные, абсолютно и заросшие. Ну, вот такая тема, если кому интересно. Мы занимаемся обзорами, все, что надо, мы уже прикупили, поэтому вот будем так. Да, обнимаю вас шиповничьей любовью. Чао-чао, мои прекрасные друзья.